Значит, пока на это есть еще какое-то количество упражнений. Но эти упражнения сейчас не будут интересны вашим или нашим детям, потому как они уже интересуются совсем другим, они уже намного быстрее, активнее, они уже другие, у них другой фокус мысли, они о другом думают. И их эти занятия никак не приведут. Более того, если подойти совершенно объективно, там происходит, то в тех школах, в которых я был, я почему-то верил на занятия физкультурах именно, ну, более-менее подтянутых ребят, да, спортивных, вот они стоят, и, пожалуйста, давайте с нами футбольчик, давайте с нами баскетбольчик. А как раз-таки те ребята совсем молодые, у которых какие-либо существуют на тот момент упражнения, они просто в физкультуру не ходят, потому как ну, эти упражнения, во-первых, не выполнены, они как бы не закончены. А во-вторых, им еще этот преподаватель физкультуры, который одновременно еще является каким-нибудь военным уком, заявляя, а в состоянии налево. Девочки сидят и думают, боже мой, зачем же мне сюда вообще ходить? И понятное дело, тут же мама принесет справку от врача, который запретил заниматься физкультурой, да, стать медициной. Именно поэтому, я думаю,